Всем привет! Продолжаем рассматривать картины, описание к ним. Джордж Ламберт. Картина называется «Сонет». Написана около 1907 года. Холст масла 11,3 на 177. В картине «Сонет» художник изобразил своеобразную аллегорию любви. Мужчина читает женщине литературные произведения, и между ними возникает прекрасная обнаженная. Ни один из героев на нее не смотрит, она существует словно в другом измерении. Но именно эта дама, грациозно сидящая на белой шелковой драпировке, символизирует чувства, которые возникают у пары друг к другу. Персонаж, олицетворяющий любовь, отчасти напоминает Данаю Тициана. Это сделано мастером сознательно, чтобы зрители сразу поняли задумку. Ну вот такое описание я нашел в картине «Сонет» Джорджа Ламберта. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Я пользовался данными из интернета и издания «Великие музеи мира».